Всем привет, друзья, с вами Крипер. Сегодня мы будем играть в Ван Блок. Короче, это один блок, в котором мы там должны типа добывать блок, из него выпадает этот блок и, короче, делать там. Но это необычный один блок, типа, короче, мы находимся на сервере Ложки Стримкрафт. Если захотите, то я оставлю ссылку в описании на их лаунчер, вы сможете там поиграть много во что. Там также в игру Бога сможете поиграть. Но это для тех, кто смотрит Ложку. Просто я недавно увидел, короче, его видео, как он выложил про вот этот вот один блок. И подумал, хочу найти. Вообще, я думал, что это для лицензионки, а на самом деле тут можно и реально играть просто так, вот. Так вот, и, короче, если вам это понравится, то ставьте плюсик в комментариях. И если нет, то минус, чтоб я понимал, нравится вам это вообще или нет. А, так. Эй, привет, дружище! Меня зовут Лолошка. Я помогу тебе разобраться, как играть на одном блоке. Для начала, давай вскопаем 10 блоков земли. Так, я надеюсь, что вам сейчас это было все слышно, потому что я не знаю, слышно ли вам это или нет, так как у меня наушники сломаны. Потому что мне самому не слышно, я думаю, что и вам этого не слышно, потому что мне не слышно, короче, да. Я не понимаю, я вообще дома или нет? Где я вообще? Я непонятно где. У меня какие-то... Ладно, давайте отправимся на рынок и обратно домой тогда. Короче, это вот один блок. Нам сейчас Ложка типа сказал добыть 10 блоков земли. Вот. Но пока я добываю эти 10 блоков земли, у нас вон, кстати, сверху фигня, типа сколько мы блоков добыли. То есть мы сейчас выполняем, можно сказать, его задание. Вот, но это просто обучение. Вот, сейчас мы добыли. Теперь нам нужно заработать золото, чтобы прокачать генератор. Поэтому мы отправимся на рынок и продадим добытые ресурсы. Вот, сейчас он мне сказал отправиться на рынок и сам же меня телепортировал туда. Зачем тогда он мне сказал это сделать? Так, на рынке ты можешь продавать ресурсы, добытые из генератора блока на золото. Чё? Для этого подойдите к торговцу и нажмите ПКМ, глядя на него, затем нажмите на нужный блок. Нам необходимо продать все 10 земли. И это, как все продашь, возвращайся на свой остров с помощью команды. Там нажми правой кнопкой мыши по одному блоку и в менюшке блока нажми прокачать. Так, все, я понял все. Так, нажимаем сюда и продаем, получается, всю нашу землю или что, да? Так, все, я перезашел, теперь заходим, продаем. Вот, все, да, мы продаем. И получается, я все продал. Сейчас у меня обновится вот эта вот фигня вот тут вот сверху. Наверное, когда я телепортируюсь уже домой, вот домой нажимаем. Сейчас через 2 секунды меня телепортируют. Вот, мы у меня на острове. И почему-то у меня, кстати, не показывается, сколько у меня золота. Вот, теперь для разблокировки нужно вскопать 10 блоков на этом уровне. И дальше еще нам надо 10 монет. Прокачиваем. Вау, поздравляю, ты успешно прошел туториал. Но что делать после туториала, спросишь ты? У тебя в инвентаре есть квестбук. Открой его и выполняй задание. Вот, у нас второй уровень, значится, наших равнин. Но также у нас есть, получается, квестбук. Для чего же он нужен? Чтобы выполнять квесты. Короче, тут вот равнины берем. Нажимаем начало, обнаружить. Вот. И мы это изучаем. Дальше идем. Первое наше задание — это скрафтить верстак. То есть нам надо вскапывать этот блок, добыть вот, например, деревце сейчас. Добываем дерево. Берем его, переделаем в досочки, делаем верстачок. Так, рабочий стол — новое достижение. Так, теперь, значит, заходим в этот квестбук. Обнаружить и отправить. Так, и запросить награду. И нам дают, значится, 8 этого. Также мы можем сразу же выполнить новую ачивку. Это скрафтить еще стол инженера. Потом заходим опять в этот квестбук. Так, нажимаем сюда. Обнаружить и запросить. Запросить. А запросим мы, наверное, землю или дуб. Даже не знаю, что запросить, но, наверное, землю запрошу. Так, запрашиваем землю. И мы ее получаем. Вот, и этой землей мы уже можем строиться, потому что эту землю нельзя потратить, значится, на продажу, потому что она сделана... Блоки пропали. Ладно, и также вот эти доски, то есть вот это дерево мы тоже не можем
просто поставить как бы... О, вот так давайте поставим верстак. Кстати, тут нету книжечки для крафтов, но зато тут можно все крафты смотреть вот так вот. И да, тут накач... Чего, блин? Я вроде не админ, чтобы так делать. Ладно. Тут накачано очень много модов, я как понял, на этом сервере есть всякие там... Ботания, крафт, там всякие такие, короче, много модов тут. Вроде даже Twilight Forest есть. Короче, много модов. Давайте тогда покопаем сейчас блок, продадим вещи и, наверное, купим себе шахту. Я думаю, ферму я не буду сначала покупать, а куплю себе шахту, чтобы добывался булыжник. А до следующей прокачки равнин, кстати, чтобы нам нужно были чтобы нам были допущены, ну... значит, листья, типа, дубовые листья, хвойные листья, березовые листья, там дерево много всякое было допущено. Нам надо, значит, добыть 50 блоков и добыть 50 монет. У нас, значит, 4 из 50 блоков скопано. Ну а давайте тогда, наверное, скрафтим себе сначала какой-нибудь инструмент, потому что я подумал, что как-то рукой не очень копать. Кстати, там вроде есть еще задание скрафтить все инструменты. То есть мы берем, делаем палочки. И вот у нас скрафчены, значит, все предметы. Теперь заходим сюда, нажимаем назад. Значит, берем вот это. Обнаружить и запросить. И запрашиваем, наверное, листву дубовую. Потому что я думаю, что земли нам не надо, а вот листва дубовая нам понадобится. Потому что мы можем ее вот так вот, вот поставить. И попробовать скопать. И надеюсь, что нам выпустит хотя бы один лепесток. Пожалуйста, саженец. Да, саженец дуба нам выпал. О, даже две штуки выпало. Это очень хорошая новость. Так что берем наши две добытые со земли. Ставим сюда. И ставим сюда наш один росточек. А второй росточек, блин. Куда второй росточек ставить? Ну, второй росточек поставлю сюда, потому что больше ставить его, в принципе, некуда. А, давайте тогда я буду копать и накопаю 50 блоков, попробую добыть 50 монет и вернусь. Так, ну все, я накопал 60 блоков, а надо было 50. Так, теперь я могу, значит, идти продавать все эти вещи. И надеюсь, что у меня будет 50 монет, чтобы прокачать себе равнины до 3 уровня. Почему именно равнины? Потому что оказалось, чтобы прокачать себе гребаные шахты, надо добыть 1000 гребаных блоков. Я все продал, и в результате какой у меня баланс, извините. А почему у меня баланс не показывается, я не понимаю. У меня типа что-то за фигня, у меня почему-то не показывается баланс. Ладно, давайте проверим, есть ли у нас... Сделаем прокачку, прокачать. И да, у нас было 50 монет, видимо. А, еще вот тут можно было посмотреть монеты. Надеюсь, тут будут в следующий раз показываться. А давайте, кстати, проверим. Скапываем один блок. Продаем этот один блок. Где вот? Продаем. А, баланс 9. Вот где у меня показывается. Вот, все нормально. Но давайте на всякий случай еще проверим, покажется ли у нас этот баланс еще дома, где... То есть, когда я прокачку нажимаю, например, вот я нажимаю прокачать. Но тут уже не показывается. Блин, реально, у меня какая-то фигня. Ладно, погнали дальше тогда рубить блоки. Зачем же я беру меч? Короче, меч мне нужен для того... Кстати, еще возьмем еду. Вот, меч мы берем для того, что, оказывается, тут есть данжи. То есть мы можем сходить в данжи какие-то. Вот, мы находимся в данже. И, значит, в этих данжах у нас, получается, есть мобы. Я как понимаю. И этих мобов мы должны будем убивать. Только где? А, во, я вижу уже первого моба. А, стоп, это игрок, который убивает моба. Так, вот первый моб, давайте его уничтожим, если он нас не уничтожит. Ой, так, ну вообще я просто резко среагировал идти домой, но мне надо все же на рынок. То есть вот, я получил 2 золота и какой-то данж коин первого уровня.
А, вот. Электросхему какую-то можем купить. А для чего эта электросхема нужна вообще? Вот. Она нужна для крафта какой-то основной корпус механизма и для более крутой микросхемы. Она уже нужна для... Я вижу, это масштабный один блок, видимо. Я аж офигел, если честно, от этого крафта. Охренеть, как много квадратиков, собака. Ладно, окей. Продолжаем добывать блок. Ладно, я думаю, что я на этом буду заканчивать. Кстати, если что, в этом летсплее у меня не будет видно моего, значит, скина, потому что это другой лаунчер, сюда я просто не могу поставить скин, потому что я этот скин свой потерял, но он есть у меня в той лаунчере, короче, да. Вот. Ё-моё, 117 блоков добыто. Окей. Короче. Также, ребята, если вам это нравится, то пишите плюсик в комментариях. Если нет, то минус, чтоб я понял, что вам это нравится или нет. Вот. А еще, скорее всего, этот летсплей будет выходить как бы две серии, значит, невероятных приключений на серии вот этого летсплея. Ну а с вами был Крипер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.